вот начинаем наш проект GodStation, и чтобы мы поняли, о ком мы говорим, вот портреты величайшие, как любой Фокрений, Вольфхайм, Молочник, один из них прямо вот здесь. Вот, то есть представляете, какого уровня человек, которого мы сейчас пройдем на кладбище. Мы с вами находимся на станции, на которой сошел величайший человек. Я с него хочу начать наши уроки. Это Раби Хаим Авшалом бен Эзра Коэн Перахья. Хальбан Молочник. Почему я хочу начать с него? Потому что этот человек жил рядом с нами, и я знал его хорошо. Это намного ближе и сильнее, чем какие-то мудрецы в древности. Я специально взял себе подсказчик, чтобы не упустить. Еще у него колоссальная биография. С 9 лет этот человек начал заниматься кабалой. В 10 лет он, когда шел вот с братом по улицам, он вдруг почувствовал, говорит, вот этот человек ворон сейчас что-то украдет. Он увидел в себе способности видеть людей насквозь. С тех пор эта способность у него осталась. Это все признают, что это был один из 36 праведников, на которых стоял мир. Когда была война с Ираном, он собирал людей, молились огромной группой за победу, и результаты был. Мало того, он передал израильской армии, это было фантастично, некоторые вещи, которые потом армия сказала, что они даже не представляют, что такое может быть, к его пониманию того, как происходило. Давайте я закрою теперь подсказчик и расскажу вам то, что видел я. Этот величайший человек видел людей насквозь. Я некоторых людей к нему привел. Знаете, это он вообще так ровненько к людям. А тут зашел человек, говорит, выйди отсюда, как ты смел ко мне прийти и так далее. И, что интересно, не возражал ни он, ни другой. И вообще он очень хорошо относился к людям. Вот у меня товарищ мой пришел к нему. И он не давил на человека, но он ему в двух словах рассказал то, что перевернуло его жизнь. Еще одному моему товарищу, он сказал, быстро едь домой, у тебя мама в Днепропетровске, говорит, я осталась жить неделю, если хочешь ее увидеть живой, едь. Я с одним товарищем приходил к нему, у которого была клиническая смерть, он зашел к нему и говорит, а то он как увидел Хайм, сразу ему говорит, ты несколько дней назад был в том мире, расскажи, что ты успел увидеть. Величайший человек, он как-то смотрел на лоб человека и понимал прошлые жизни, видел такие вещи, которых представить себе нельзя. Мне, конечно, очень повезло с ним рядом жить, я к нему часто приходил, он смотрел так, говорил, иди, небо тобой довольно. Он давал некоторые практические советы, и даже я к нему мог обращаться по ряду, так сказать, личных вопросов, он мне отвечал, потому что мы с ним действительно очень сильно дружили, он написал книгу «Задушевный друг», и мне горжусь, что такими словами обращался ко мне великий Хаим Молочник. Если вы зайдете в интернет, Library Рабинович, или просто библиотека Рабиновича, там бесплатно, извините. Там есть две книги, переведенные на русский язык этого великого человека. Вы их, конечно, не сможете прочитать, как и мне было тяжело, как и вам, потому что, но зато вы увидите, какого уровня человек, что вы даже одну страницу, чтобы прочитать, надо уйти на новый уровень постижения. Этот человек видел много, знал много и понимал много. 12-го, через несколько дней, сегодня 7-е, 12-го ава у него Йорцев. Если вы зажгете свечку, то это очень хорошо. А вообще на могиле Хальбана почти все люди, которые приходят к нему со своими просьбами, не уходят одни без решения этих вопросов. Тут великое место, его не все знают. Это кладбище в центре Иерусалима, но теперь уже все знают такой Хальбан. И пусть вот наша с вами на урок на его могиле даст еще силы для вознесения души его еще выше. Браха ве ацлаха нам всем, и пусть его заслуги защитят нас всех. Браха ве ацлаха с первой станции.